Петька сидел молча, и вдруг Хусейн, гнида, пасть порву. А выяснилось, он просто ножек куша обожрался. Да нет, если человек это то, что он ест, это же можно всю жизнь с помощью еды изменить в нужном направлении. Конечно, если распорядиться с умом. А то я Петьке рассказал, тот жене, и она ему каждый день шашлык из баранины. Мы с ним через неделю по улице идем, он вдруг остановился, уставился на что-то и спрашивает: это что, новые ворота, что ли? Я говорю: она тебя действительно одной баранины кормит? Он: да, кормит и плачет. Плачет? Может, ей денег жалко? Не знаю, говорит. Только она теперь все время с ножом ходит, плачет, вздыхает и говорит: прости, милый, но мне так новая дубленка нужна. Это ж надо знать, кому говоришь, а то Витька своих болтанул. Знаешь, человек это то, что он ест. Уж где она достала мясо, енота, полоскуна, не знаю. Только Витька теперь каждый день сам носки стирает. Не, ну, конечно, это открытие только в мирных целях использовать надо. А то этот парень по телевизору, наркоман, видимо, вместо героина тает внизу, теперь по квартирам ходит, грозится прийти к тем, кто еще кипятит. Но самое страшное, я вообще не хотел говорить, просто чтобы вы поняли, как это может быть опасно. Ванька свою из роддома забирает, говорит ей: человек, это, мол, то, что он ест. Она говорит: ты мне будешь рассказывать, тоже мне новость. Я вчера черный кофе попила, и вот результат. Открывает конверт, а там негритенок. Спасибо. Вы на интернет-портале 100.